Учебный центр «Лондон» вновь объявляет набор на курсы английского языка. Все уровни обучения для взрослых и детей. Занятия по самой эффективной британской методике. Преподаватели, прошедшие стажировку в Англии, и еще больше комфорта в 4 филиалах по городу. Хочешь знать английский? Лондон рядом. На ДСК в 12-м микрорайоне, на Облгаи и в районе Батыс-2, напротив Назарбаев интеллектуальной школы. Здравствуйте! В эфире программа «Каждый день» в студии Ирина Черни. В начале выпуска о нашем партнере. «Русские блины» приглашают вас отведать вкусные ароматные блинчики, приготовленные из высококачественной муки и натуральных продуктов. Сладкие и соленые начинки. Торгово-развлекательный центр «Кироин-Сити», 3-й этаж. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на среду, 15 марта. В районных центрах с самого утра на небе не останется ни одного облака. И до конца дня погода будет ясной, без осадков. В Мартуке температура воздуха составит минус 2 градуса, легкий ветер. В Алге столбики термометров покажут плюс 1 градус. В Хромтау минус 1, западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. В Батамше температура воздуха составит минус 2 градуса. И в Шалкаре 9 градусов выше нуля. О погоде в Актобе далее. В 1933 году сценарист и режиссер Мэриан Купер придумал «Кинг-Конга» – гигантскую обезьяну, обитающую на острове в Индийском океане. Придумал и снял про нее фильм, дав начало одной из самых известных франшиз в истории кино. И вот новый перезапуск франшизы о гигантской обезьяне становится лидером проката в США и не только. Посмотреть фильм «Конг. Остров черепа» вы можете в кинотеатре «Локомотив». Перед вами... монстр из эпохи, канувшей в лету. Пришло время показать, кто здесь главный. Драматический театр имени Тахауи Ахтанова приглашает всех 15 марта в 19:00 на спектакль «Дядюшкин сон». 16 и 17 марта в театре состоится премьера спектакля на казахском языке «Тлеу Батыр». Начало в 19:00. В зале музея Руханият 15 марта в 14:00 состоится культурное мероприятие, посвященное празднику Наурыз. К слову о Наурызе. История этого праздника имеет непростую судьбу. В эпоху сложения тоталитарной системы, когда все национальное было признано несущественным, а все упоминания о традиционном наследии причислены к анахронизмам и пережиткам древности, Наурыз Мирамы был отменен в 1926 году. Впервые после долгих лет забвения в Казахстане он праздновался в 1988 году и, как ни странно, получил широкий общественный резонанс. Официальное признание праздник Наурыз приобрел 15 марта 1991 года после выхода указа президента Казахстана о народном празднике весны Наурыз Мирамы. Учебный центр «Лондон» приглашает вас провести лето с пользой. Летние каникулы за рубежом – это лучшее образование вашим деткам. Обучение в лучших языковых школах, большой опыт общения и невероятные впечатления. Учебный центр «Лондон», 12-й микрорайон, 5-й микрорайон, Облгаи и Батыс-2. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам продуктивной недели и хорошего настроения. До встречи в эфире. Учебный центр «Лондон» вновь объявляет набор на курсы английского языка. Все уровни обучения для взрослых и детей. Занятия по самой эффективной британской методике. Преподаватели, прошедшие стажировку в Англии, и еще больше комфорта в 4 филиалах по городу. Хочешь знать английский? Лондон рядом. На ДСК в 12-м микрорайоне, на Облгаи и в районе Батыс-2, напротив Назарбаев интеллектуальной школы.